Динамика развития ситуации с коронавирусом может вселять надежду, но расслабляться нельзя. С такими словами к гражданам Германии обратилась канцлер Ангела Меркель в первый же день ослабления карантинных мер. После месяца локдауна в стране возобновили работу небольшие магазины, веломастерские, библиотеки и архивы. Это очень неплохо. Насколько это разумно, станет ясно в будущем, но у каждого наверняка будет свое мнение. Я думаю, что это хорошо, потому что люди могут немного прийти в себя и хотя бы немного вернуться к нормальной жизни. По пути смягчения карантинных ограничений пошли Австрия, Чехия и Дания. В Копенгагене возобновили занятия в детских садах и начальных школах. С понедельника в Дании разрешена работа парикмахерских, дантистов, автошкол и тату-салонов. Карантин ослаблен и в Норвегии, где к радости многих родителей снова открываются детские сады. Дома мы следовали рекомендациям служб здравоохранения, так что, когда они приняли такое решение, нам остается верить, что это действительно безопасно. Конечно, никто не защищен на 100%, но я согласен, что время пришло. И все это делается по строгим правилам, как мы видели, когда привели ребенка в детский сад. Все тщательно продумано. Карантинные меры немного смягчены даже в Италии, где власти разрешили возобновить работу некоторым непродуктовым магазинам, но при условии строгого соблюдения санитарных правил.